Сейчас пойдем, да-да-да, пойдем сейчас плавать. Не верится, что вот там за горами уже Словакия. Замовление номер 96 и 95. Такое смешное мое горе. Привет! Это видео будет о том, как мы с моей собакой Лизой оказались на горном озере в польских Карпатах, на границе со Словакией. Я не планировала снимать этот влог, поэтому даже не брала камеру и вначале не очень-то и снимала, да и самочувствие в тот день было не очень. Но потом немного увлеклась красотами, отошла, подсняла кое-что, решила поделиться с вами моими впечатлениями о поездке, польских дорогах, селах, природе, ну и, конечно же, отдыхе, разумеется, с собакой на общественном пляже горного озера. Пользуясь случаем, что моя мама гостила в то время у меня в Польше, сейчас она снова вернулась в Харьков, и могла побыть с собаками дома, я воспользовалась приглашением съездить в польские горы. Всех собак, к сожалению, взять было нельзя, да это очень сложно, поэтому я взяла Лизу, которая больше всех из моих питомцев любит плавать. Поездка от Джешува на машине заняла около 2 часов по горному серпантину. Расстояние как от Харькова до Полтавы, километров 150. Живя в Джешуве уже полгода, мне до сих пор трудно поверить, что до гор здесь рукой подать. Меня впечатлили дороги. Они идеальны. Было много внутренних, узеньких дорог, буквально в одну машину, через село. И они тоже просто в прекраснейшем состоянии. Очень понравились дома и хозяйство. Сразу заметно, что уровень жизни у людей выше. Ухоженные газоны, огородики, все подстрижено, аккуратненько, ну прямо как с картинки. На участках качельки, цветочки, детские городки. И это у всех такая красота, а не у кого-то в каком-то отдельном районе. Надеюсь и верю, что в Украине в скором времени будет так же или даже лучше. Мы приехали на Климковское озеро. Оно находится рядом с границей со Словакией и скрыто среди хребтов низких Бескидов. Очень приятно было оказаться в родных Карпатах, но не украинских, а польских. Тут они называются Татры. Вообще горы Польши заслуживают отдельного внимания, туристический отдых здесь очень развит, но и будь я немножечко в другом положении и статусе, я бы с удовольствием полазила по горам. Климковское озеро – это искусственное водохранилище, созданное на реке Ропа. Оно довольно живописное, считается одним из самых красивых искусственных водоемов в Карпатах. Озеро относительно крупное, его глубина достигает до 25 метров. Мы приехали на общественный пляж. Из-за того, что это был выходной день, людей море. Я немного волновалась, что с собакой именно на этот пляж не пустят, придется искать дикий, но на сайте такой информации не было, и волновалась я зря. Собак тут было много, причем всех размеров и пород. Сразу видно, что место популярное, люди даже стоят с палатками. И для любителей водного спорта есть прокат снаряжения для водного туризма. Очень большая парковка и свободные места есть. Даже вот в воскресенье, в жаркий день, вот само озеро укутано горами. Еще мне очень нравится, что здесь есть кемпинг. В этом есть своя романтика, согласитесь. Да, здесь стоит сказать, что вход на пляж абсолютно бесплатный. Как я сказала, пляж был переполнен, но мы нашли местечко подальше от людей и воды, в тенечке, и первым делом решили поесть, потому как от завтрака мы с Лизой обе отказались. А вот после дороги, на свежем воздухе покушать – одно удовольствие. У меня есть такая дорожная кормушка, портативная от Wowdog, очень удобная штука в таких путешествиях. Покушали, попили, отдохнули, ну и пора идти изучать воду. Да, вот там за теми горами находится уже Словакия, через 10 километров. Озеро очень живописное, оно находится в горах.
ветерок сильный, надеюсь, вы меня слышите. Но само озеро прохладное, и ему не повезло с берегами. Тут не песчаный берег, а глина с камнем, поэтому заходить неприятно. Очень скользко, слизь противная, еще и камни. Поэтому, ну, так. Но зато очень живописно. Очень. Лизе все нравится. Да, Лиза? Неси мяч. В прошлый раз Лизка плавала в прошлом году в Болгарии, и тогда я еще не знала, что у нее есть диагноз, что у нее больное сердце. Сейчас, мы когда сюда приехали, Лиза увидела воду, и она просто как сумасшедшая кинулась. Я ее еле удержала. Из всех моих собак Лиза любит больше всего купаться. Ее остановить очень трудно. Я очень переживаю за ее сердце, потому что это нагрузка, но остановить ее просто невозможно. Правда. Сейчас немножко побросаю и вытяну ее на берег. Люди смеются, у нас просто как вот с ребенком. Правда. Я говорю, Лиза, отдохни. Выйди на берег, высохни. Ну вот так. Дай Бог ей здоровья. Надо посидеть немножко, хорошо? Надо посидеть немножко. Ты такой смешной. Ты такой смешной, моя кошка. За то время, пока мы живем в Польше, мне больше всего вот в Жешеве не хватало воды. Имеется в виду большой воды, вот такой речки, водоема, куда можно было бы прийти, посидеть. Не то чтобы поплавать, но просто, вот не знаю, обменяться энергией, потому что считается, что большая вода, большие водоемы, они помогают избавиться от негативной энергии и настроиться на хороший лад. Здесь целая такая гряда озер, очень большие. И больше всего, конечно, меня впечатляют еще вот эти горы. Так что, если вдруг вы окажетесь где-то неподалеку, то неплохое местечко для отдыха. Незаменимая любимая амуниция waterproof для таких походов самое то. Несколько лет уже у меня этому комплекту. У меня их много и у мальчиков, и у девочек. Разных цветов. Вот для таких дел самое оно. Единственное, что плохо, что у Валдок waterproof вот такие вот шлейки не анатомические. То есть они не очень той правильной формы, что нужно. И мы, конечно, их носили, но довольно редко. Ну, Лизочка, сейчас пойдем. Да. Пойдем сейчас плавать. Вот. А сюда я их в Польшу не брала, ставила их в Харькове. Так что ошейничек. Она его не очень, правда, любит, подкашливает. Но мы тут немножко ходим на ошейнике перебежками, да? Да. Пойдем сейчас плавать, пойдем. Лиза еще немного поплескалась в воде, но когда жара спала и потихоньку люди стали расходиться, мы решили пройтись по окрестностям и все получше рассмотреть. Вот тут неплохой пляж песчаный. Огорожена зона для деток. Специально, чтобы они глубоко не заходили. И плавает патрульная полиция. И вот такие вот классные деревянные ступенечки, где люди могут постелить свои полотенчики и загорать. Еще есть вот такие вот деревянные парапеты, где люди тоже отдыхают, чтобы не лежать на земле. Есть несколько зон питания. Кафешки, где можно купить покушать. Вот там еще вторая есть. Но мы взяли с Лизкой все с собой покушать, поэтому... Не знаю, какие там цены. Не верится, что вот там за горами уже Словакия. Ну как? Я же всего лишь 2 часа ехала, а уже все. Обалдеть. Мы идем спустя в переодевалку, в шибаральню в Польске. Сейчас мы вам покажем, как они выглядят. Напомню, что пляж и все остальное тут бесплатно. Шибаральня – это раздевалка и туалеты. Территория вся вот такая чистенькая, ухоженная. Все очень красиво. Идем, Лизка? Ну что, вот такая вот раздевалочка. Только тут что-то случилось. Кто-то что-то порвал, оторвал. Не знаю. Немножечко не очень чисто.
Но свежий ремонт, целое помещение. Раздевалка. Я заметила, что, конечно, мусора очень много, но в основном они все вот на мусорках. Мусорки очень часто расположены. А сам берег, сами газончики, сами дорожечки, все идеально чистое. Я наблюдала такую историю, что ребята такие, то есть молодежь, которая там немножечко и матюкается, и все такое. Но посидели, отдохнули, выпили что-то, покушали. Все собрали абсолютно до последней бумажечки и пошли домой. То есть здесь за собой убирают, и это очень здорово. Вот так выглядит грилевая зона. То есть здесь можно пожарить шашлычок. Прийти вот так вот цивильно, все пожарить. С той стороны тоже печка. И все, и пойти спокойненько лежать, отдыхать и кушать. Я, в принципе, продолжаю учить польский, и очень здорово, что у меня появляется возможность общаться с поляками. И, конечно, лучшая практика – это, как говорят, оказаться в этой среде и с этими спикерами все вот это практиковать. Но больше всего… Замовление номер 96 и 95. Больше всего меня в польском смешат – это цифры. Пускай они на меня не обижаются, но вот они очень похожи на украинские, на русские цифры. Но очень много буквы «ш». Получается «тши», «десять», «тши», «33». 45. В общем, как наши цифры, только 66. Ну, в общем, каждый язык прекрасен, но в польском очень любят букву «ш». Я не могу остановиться снимать эту красоту. Ну что, наша поездка на озеро подходит к концу. Что я могу сказать? Мне очень понравилось. Лиске понравилось купаться, конечно же, а я в восторге от того, как тут все чисто, красиво, цивильно, все организовано, все бесплатно. Озеро шикарное, оно очень большое, если поискать и знать места, то можно и хороший пляж найти песчаный, ну а горы – это что-то невероятное. Карпаты, любимые, родные Карпаты, только с другой стороны, так что я под большим впечатлением. Очень здорово, что появилась такая возможность, жалко, что мы не всем составом, но физически это сделать непросто. Но вот такие поездки, они, конечно, дарят новые силы, энергию, желание двигаться дальше, развиваться, да и вообще жить. Поэтому так, немножко перезагрузились и двигаемся дальше. Мы всем желаем хорошего отдыха. Лето – это прекрасное время для отдыха, поэтому подзаряжайтесь, получайте витамин D и хорошее настроение. Всем пока, до встречи в следующем ролике. Oh, when I get going, you can hear me roar. You know I can't live like this no more.